вторая часть. Вчера я выставил книги в свою библиотеку «Целительные силы». Сделал так, как... Ну, как я думал сделать. Самую первую книгу я сделал, начиная от текста, рисунков и кончая переплетом. Ну, мне было интересно, как будет выглядеть она в готовом виде. Угу. И вот сейчас, и мне и дальше было интересно, и обложки я, как правило, разрабатывал. Ну, когда начали издавать, они так начали стилизировать, а потом уже и перестали считаться с моим мнением, какие обложки. Лепили все, что угодно, что там художнику взбредет в голову. Ну, а когда пошло телевидение, там фотографию и все, и название. Лучшая обложка. У меня же была несколько иная задумка. Ну вот я наконец-таки их сделал. То есть не хочется делать ту работу, которую ты раньше сделал. Многократно ее переделывал. И опять ты ее делаешь. Это как-то меня тормозит. Что-то новое. Другое дело. Ну ладно, сделать сделал. Выставить выставили. Приходят ко мне письма, спрашивают, что такая акция, мне там не вышлите. Нет, ничего я уже не высылаю. Не хочу я быть почтальоном этим. Когда было желание, никто особо не откликнулся. Ну и человек, который мне помогает с сайтом, который выставляет, с Ютубом, так я более-менее разобрался, видите, сам там поменял, особо сложного ничего нет. Он мне бросил ссылочку на Озон. Это посмотрите там на Озоне, что делается, нет ли там каких-то книг. Ну я по ссылочке захожу и вижу, что я вижу. Куча моих книг, причем где-то 90-х, нулевых годов. Ну, насколько я понял, это какие-то так старые издания, которые дораспродаются. И некоторые, хотя обложка есть, а книги уже нету. Написано, нету. Что там я еще заметил? Я заметил книги в обложках. Эти обложки, мои книги, я их не видел в таких обложках. То есть, я уже с этим сталкивался давным-давно и не раз. Причем сталкивался по-всякому. Когда выпускали тираж книг, отдавали тебе на распространение, делали еще один тираж книг с другой обложкой и распространяли совсем по другому каналу. Естественно, минуя моего гонорара. Ну и были вообще наглецы, которые издавали книги. И... Там какие-то издательства, киргизское, по-моему, какое-то издательство издало мои книги, тираж. И, естественно, не удосужилось ни договор заключить, ни что-то еще такое сделать. Вот, меня как-то удивляет, неужели вот с того времени, с 90-х годов, сохранились не распроданные какие-то остатки моих книг. То есть их как-то не уничтожили или еще куда-то. Потому что вот
издательство АСТ. Оно что-то там это, типа как макулатуру распродавало, там что-то не прошло. И все. Вот. Такие мысли закрадываются. А не подпечатывают ли они там? Раз товар ходовой и под марку того, что книга уже прошла, это старая, мол, книга, они ее потихонечку подпечатывают себе. Но это у Озона должна быть типография, либо договор с издательством как-то связано. Вот такие вот вещи. Неожиданно обнаружились. Я-то думаю, что все, хозяин своих книг, а оказывается, тут до этого еще далеко. И там, и сям имеются остатки, имеются электронные версии. Вот. Вот такой вот наш мирочек.